картинка такая. Значит, здесь ждем роллы, а тут по телевизору показывают нашего папу. Всем привет, вы на канале Мисс Алис, и сегодня мы едем в синюю птицу. Сегодня у нас, Алиска, целый большой влог. Мы едем не только в синюю птицу. У нас сегодня куча дел. Куча? Да. Вот такая большая куча. Еще мы будем покупать раскраски. Покупать раскраски. Мы за роллами поедем с тобой, да? Посмотрим, какие Алиска любит кушать роллы и суши. Да. А синяя птица что будет делать? Синяя птица – это у нас такая есть организация, вот, с которой мама Алисина работает, и она устраивает праздник для деток, у которых был день рождения летом, когда синяя птица была на каникулах, правильно? Да. И вот мы едем на этот праздник. Да. Ну все, погнали, ждем такси. Погнали! Уже в такси? Да. Мы добрались и рано приехали. Вот он, этот KFC, где будет проходить праздник. Ага, сейчас я вам что-то покажу. Ну все, а мы стоим и ждем. Алиса спиннер. У Алиски такие маленькие ручки, что спиннер плохо крутится. О, как мы умеем. Ничего себе. Алиска, что на тебя наклеили? Покажи. Наклеили что ты, Алиса? Да. Ну и что, ты будешь раскрашивать? Да. Что будешь раскрашивать? Открыточку? Мы ее бабушке отвезем? Да. Взяла себе кофе. Пока детки там рисуют. Уже народу много. Прошедший день рождения, да? У кого день рождения в августе был? Кто знает? Где было? Правильно, да? Мама. А кто, скажите, знает мультик «Фиксики»? Кто смотрит? Все смотрят «Фиксики». И давайте мы поприветствуем одного. Привет. Давайте с вами поздороваемся. Я тоже пришел поздравить вас с праздником. Наконец-то у нас еда, да, Алиска? Наигралась? Да. Ой, вкусняшку лопает. Ой, вкусняшку, сколько тут всего. Ну, кушай на здоровье. Держи, посмотри на Кристину. Что там, Алиска? Сильвашки! Это сильвашки. Они что, снизили будут внутри? Да. Да? Еще и еще такая, какая-то такая. Алмазные узоры. Ну, это мы дома с тобой все рассмотрим, да? Да. Что, мы пришли уже суши заказывать? То есть с Фиксиком мы не танцевали, а здесь нам надо, да?
Ну что, пришли мы заказывать роллы, да? Выбрали уже с тобой. Что выбрали? Показывай. Что Алиса выбрала? Что она будет кушать? Печеньки. Она будет кушать все. Она выбрала и такое, и такое, и такое. И мы объедимся роллами дома, да? Значит, здесь ждем роллы, а тут по телевизору показывают нашего папу. Где бы мы его еще посмотрели? Бегает. Ты весь уже ресторан изучила? Да. Да. Смотрите. А я сняла, там где папу показывают? Да. Да. Ну что? Мы все купили. Все купили. Да. Вот такие у нас копейки. У нас вон сколько всего. Мама еле тащит. Алиска налегке шариками. Мы уже вызвали такси. Мы поедем домой наконец-то. А дома мы все покажем, то, что мы купили. Обязательно покажем. А где мы раскраски покупаем, ты расскажи. Мы любим очень магазин, который называется «Читай город». Он у нас большой, двухэтажный, да? Трехэтажный. Трехэтажный, двухэтажный. И мы там все-все-все покупаем. Очень круто. Приедем домой, покажем вам. Наконец-то мы дома. Да. Ой, мама думала, что она не доедет. Ну, давай быстрее показывай уже. Что мы там купили? Пломбики. Ну, маленькие купили, потому что у Алиски просто желтенький цвет испортился в тех фломастерах. Вот. Это что такое? Батончики с губкой Боб. С клубничкой и там еще, по-моему, шоколадные. Дай, дай, вот я покажу. Шоколадные обычные батончики зелененькие. Так, что тут у нас? Пластилин. Так, потом что еще? Вот такие вот полезные завтраки шоколадные, хлопья. Так, поехали дальше. Это мебель уже у нас тут. Вот с этого набора Алиса достала. Тут прикольный шкафчик. Не показывала же, смотри. Да не показывала же. Что тут, дверки открываются? Вот так открываются дверки, там полочки. И еще мы заметили, что здесь вставляются батарейки, проводочки идут. И я думаю, что вот этот вот аквариум, он светится. Да? Так, а что там? Подожди, еще какая мебель вот у нас тут валяется. Что-то торшер надо собрать, да? Кресло. Вот такой вот столик. Ну, это, в общем, такой красивый набор гостиная, да? Так, торшер мы соберем. Вот, это значит такая штука. Ну, поделку мы будем с Алиской делать попозже, вам покажем, что у нас получится. Так, это забирай. Что у нас тут? Куча раскрасок. И эквестрия. Вот такие вот красивые раскраски. Алиска это дело очень любит. Что тут у нас? Наклейки. 100 наклеек Шопкинс. Вот такие вот разные наклеечки тут. Ну, это вот Алиска будет сама разбираться. Так, Monster High. Тоже наклейки, целых 200 штук. Всякие разные, даже вот такие вот блестяшки есть. Короче, в общем, клей не хочу. Так, что тут? Еще раскраски. Значит, вот такая вот. Алиска сказала, что она прям о ней мечтала. Какая-то академия девочки. Вот. И что у нас тут? Ever After High. Вот это очень красивая тоже разукраска. Подождите, я вам покажу. Куча всего. Девочки, девочки. А, и книжка. Книжка у нас, Алиска очень любит, да, перед сном слушать книжки. Вот мы уже до Гулливера дошли. Так. Что ты там вот хотела моя показать? Любимая. А, любимую куколку. Да, красивая девочка. Всем пока! Ставьте большие лайки за то, что я покупаю классные вещи! Ставьте большие лайки просто потому, да, что вы любите смотреть канал Мисс Элис, да, а мы любим для вас снимать.